Ну что? Все условия в телеграм-канале. Камеру убери. Теперь мы узнали, как живет команда Victory Song Gamers и какой у них буткемп. Но, конечно, мы приготовили для них небольшое испытание. Полетели. Ну, но вылазит, типа, значит, вылазит что-то плохое, типа. Я не знаю, что это. Я что, зря качался всю свою жизнь? Секунду. Оно дышит, блядь. Нет, ты как посмотришь, я вижу, ты смотришь плохо на это, там что-то плохое. Ну, нет, ну я не могу засунуть руки, он так смотрит, что это, я не могу коснуться. Это не сожрет меня, не укусит. Я вообще так стрёмно. А там что-то есть вообще. А подскажи хоть, куда он двигается-то? А ну кусается, вот, просто скажи. Я не хочу, мне укусило что-то. Ладно. Просто это может продлиться час, поэтому надо сделать все за секунду. А оно посередине? Чем ежик? А ну, это звук был? Что это было? Это был звук? Или мне показалось? А, это что ли? Антистресс? Сейчас, секунду. Хорошо, можно? Я могу слушать? Может, это попугай? Я не могу найти. Мне глубже зайти? Ёпта мать. Я что-то почувствовал. Вот это? Да? Нет? А! Что это? Рот, что это? Что это? Это трава? Как не убить? Он что, маленький? А он кусается? Вот это что такое? Как будто игрушка какая-то, собак, я не знаю. Как знаешь, морские ежи? А тут только вот с этой стороны, да? Тут ничего не будет. Я понял. А, это резиновая игрушка, где-то сверкающая, да? Ага. Это в руки брать можно? Это детская такая игрушечка, я понял. Она типа с волосинками такая, как это. Да, она, ну такая типа с усиками и мягенькая. Что-то мокренькое. Что это такое? Блин, надеюсь, он меня не укусит, и я не умру. А, стоп, что? Что это такое? Он большой? Ну это этот, бля, резиновая такая тема, бля. А, это игрушка. Это что? Подождите. Почему она какая-то лип холодная? Обожаете. А! Я рядом? Почему это вообще еще там пакет говна какого-то? Привет, это мармелад. Охуеть, оно левитирует! Чего это его на полу нет?
Я че не испугался. Подожди. Это не живое, да? Это этот. Я забыл, как оно называется. Ну, это... Сейчас, сейчас. Но хорошо, что оно не живое. Это что за желе? То есть тут только здесь, да, тоже? Больше нигде нет. Это как какой-то лизун, типа. Я не знаю, не знаешь, такие игрушки были какие-то лизун? Блядь, что это? Блядь, что это такое мерзкое? Да я понял. Ну аж это, ё-моё. Yes? Что это? Ну это слайм. Ну это слизь. Типа... Слайм. Короче, это игрушечный слизняк, типа, что наподобие этого, верно? Тут... Топали. Салам, блядь. Тогда жижа какая. Слайс, что ли? Я надеюсь, это не живое что-то, если я возьму в руки. Ну нет, вообще не живое. Ну это как вот... Были такие в коробочках в детстве лизуны, которые туда-сюда можно было смешать. Это оно? Что это такое? Это слизень? Какой-то слайм? Лизун какой-то? Что это такое? Ну, слайм, нет? Да нет, это точно не живое, это что-то какой-то слизняк. Не знаю. Что это? Ну, это слайм, нет? Нет, что-то слышу, я не знаю. А, тут тарелки что-то. Ой, тише. Так это что-то слизкое. Что это? А это что? Растение какое-то? Что это? Майонез? Что это? Почему оно такое липкое? Что-то в ней. А я могу это вылить? Жесткий VCG плеер. Ну, типа мидер, дизов. Зов, Алексей. Это тарелка какая-то. А я должен в тарелочку засунуть. Тарелочка, типа, ну. Ну, тарелка, я угадал, правильно, типа? Кактус какой-то? Что это? Что это? Ну он не колет, значит не кактус. Не, реально, что это? А, это для бороды, да? Что-то там булькает. Да нет, что-то это стрёмно. А! Что это было? Секунду. Чё это? Ну это сливки. Это пена для бритья. Оно кончило на меня, блин.
Ё-моё. Да какой-то... Это как торт какой-то, не знаю, как будто. А, и что-то мокрое. Я не понимаю, это шевелится или нет? Нет, там что-то какое-то... Ну, какой-то крем, ага. А тут... Ебать! Чё, она живой, она двигается! А если она сейчас мне палец откусит, будет, конечно... Я играть не смогу, понимаете? Ну, похоже на слайм опять. Походу нихуя не слайм, сейчас, секунду, что это такое? Что это? А, ну это, что это такое? Кисточка? Да, и все? Ну, то есть пена, ну, набор для бритья. Для бритья. Кисточка для бритья или что это? Да? А-а-а. Я быть твари. Это для бритья, блядь, типа, гель. Это кисть какая-то. Кисточка. А там, типа, надеюсь, не краска. Как будто как пена для бритья, как будто бы. Да подожди. Кто банан кинул в его?